Так, стартанем, если что, в пизду. Пока они там отпишут. Паладин куда-то выпал. Я логался, наверное. Так, ну я думаю, вы там бафаете. Кто-то каски, кто-то кулаки, да? Рарник Зукля. И Айновен кресты, правильно? Давайте, вот каски. Так, каска есть, кулак есть. МП5, надеюсь, тоже есть. Нету. Айновен, чё бафаешь? Каски? Каски. Зукля, чё бафаешь? Кулак. Рарник, тогда давай кресты. По этим. По РДДшникам, по хилам там накинь. Один скачайте аддон, блядь, так проблемы не будет. Holy Power называется. Да можно и без аддона просто заранее договариваться с палами в рейде. Зукля. Тут. Пошли и башим. Волк, ты тут? Диси? Пойдешь в гильдию? Нихуя. Ничего себя не захилил, блядь. Че ханты вступления не снимаем? Прием. В смысле новая? Моя гильдия. Да, да. 16.00 до 20.00 РТ. Иступление долго не снимаете. Вопрос такой, а ты случайно в шляпе кабана не релил? Нет? Релил. Знакомый аватар. А ты чё, из шляпы кабана? Не, аватар. Пугарейдер, скажем так. Везде побывал. Это кто, Харнивулф? Не, наверное, он с пугами ходил. Я туда не вступал, я там так рейды проводил. Что-то у них там консул лут, и одно время они ходили с Лигой Легенд. А потом у них такое отношение. Захочу, пойду в рейд, захочу, не пойду. И они меня со своего дискорда кикнули. Вот так вот, благодаря Терелов, когда вводят рейды РЛ. Так кикают с дискорда просто и все. Короче, Рарник, давай спекнись на подстраховку в танка. Потому что хуй знает. Короче, как мы с вами сделаем? По часовой стрелке поведу. Начиная от звезды примерно. И в сторону кружка. Первая копия Рарник. Вторая копия Биг Дэмэдж. Будьте на конях. До того, как ваша копия появится, чтобы быстро к ней доехать, стаунтить и так далее. Значит, смотрите, милики, уйдете это, на конях тоже с пула стойте. Ждите, пока это появится параша, этот дебаф. Наберите рейндж. РДДшники и хилы позиционируйтесь вот тут в центре. То есть, и тоже между собой рейндж. Если вы не будете набирать рейндж, будет копиться дохуя стаков вот примерно здесь. По движению этого по кругу, по краю буду водить. По движению босса следуйте за боссом. Сзади, спереди, как удобно, сбоку. Можете со стороны дерева, как удобно. Лема, погодите, прямую. В гильдию? Нет, в рейд.
Ну, шкафчик дайте. И дискорд. Так чё, волк, пойдешь в гильдию? Так он уже... Нихуя. Все, он уже сгильдеец. А чё ты играешь редко, я так смотрю, да? Или ты где-то еще играешь? Чё, у тебя там голоса нет, волк? Где ты там? Как у тебя ник в Дисе вообще? Что-то хуй знает. Дикий волк, наверное. Да нет, там другой, наверное, какой-то. Да нет, дикий волк, вон написано. Волк на аватарке. А, точно, ебай. Я тебе роль дал, короче, в Дисе там, смотри, РТ пишется, все там в Дисе вся хуйня. Понабрали сейчас этих элемов, волков диких. Сейчас как наши чешки заберут. Так, ну давай. В танке дикий волк. Дикий волк в танке? Волк, ты... В сову. Да давай в сову, тут протопал, протовар хороший. Подамаж. В принципе, похуй, сдохнет кто-нибудь, заберет похуй вообще. Этот элем тут? Нету его. Жди, заходит еще. Ебать, я что-то подустал сегодня, нахуй. Суббота, вроде выходной, 11 вагонов подъехали, блядь. Вот у него проходки нет, у этого человечка. Нельзя применить к этой цели, пишет. Этот Ли Каношок, ты тут? Да не, нормально пошло. Ну, сейчас появился. Дис, наверное, заходил. О, еще какая-то монахиня, нифига себе. В гильдию всех зовите, прям пишите. Ебать, проносим Геру, короче, Джайна убиваем нахуй. Всю хуйню там. Чтоб люди вообще, блядь, нихуя скажут. Жесткие ребята. А еще раз диз, да? Ебать. Тыкните еще раз ей субон. Ей буху знает. Ебать, жестко вы понабрали сразу. Что-то уже лишняка, кажется, ебать, берете, нахуй. Уже 26-го, ебать, взяли. Блядь, на собаке, а чё нет? Вау, бля. Я устал со шляп, что ли? Наверное. ШПшника, вы ШПшника добрали? ШПшника у Опиума, походу, проходки нет, а вот ШПшника, может, будет. ШПшника пригласите обратно. У кого не было проходки? Ну, Опиум, походу, не сумонится, нихуя. Да вроде просумонился. Нельзя применить к цели. Да-да-да. Маг без проходки, походу. Берите шпешника и все, меняйте мага. Второго кикнули сейчас. Место еще есть? Да. О, сейчас зайду. Лёня, нихуя себе, блядь, один явился, блядь. Оставьте слот под этот Дипнейра, наш человек. Сейчас там маг зайдет. В принципе, ладно, давай подождем мага. А Дипнейр только сам рейдит, чё он не в гильдии? Он не в гильдии? Нас... Да, у нас он с десятки наши ходит и в 25-ки ходит, а в гильдии нету. Да потому что мы все перешли, он что-то там морозится, херово, чего он там хочет. Лёня, давай признавайся, что не переходишь, ебать. Молчит, ебать. Стесняется денег, просто всем должен, поэтому очкует, ебать, эти
кто его там примет, кому ассиста? О, монахиня. О, мы просто набираем людей в гильдию. А на реальному дайте ассиста. Сюда. Даю. Еще теперь надо ханта завербовать, и будет вообще фулл гирейт. Вот который хорни вуф. Хорни вуф, давай, тут думать нехуй. Фулл контент нахуй, видишь, какие скиллованные пацаны собрались. Сейчас, блядь, просто, блядь. До джайны дойдем нахуй. До джайна, до час, ебать. Баврофлеры. Че там, ебаните шкаф еще раз. Че, маг там зашел, да, нет? Джайн еще не убили, да, это полечал. Грузишься? ШПшников надо нахуй. Мы ее пока не убили, пока шансы просто даем, ебать. На добровольную сдачу, ебать. Кого ждем? Дефнира. Лёня, чё ты там, ёпта? Чего? У меня же модем с симкой там, короче, я переставлял. Короче, мы босса пульнём тогда, да, пока что? Да. Всё, захожу сейчас. Ну это минус 150 УД. Ну, блядь, мне это не Калеона, блядь. Давайте, блядь, ебанём. Чё, блядь, будем ждать, блядь? Зайдём, да мелких, давай, ладно. Мелких можно. Ну все, ты скажи, что мы не ждали тебя там 10 минут, и скажи там, что ты 5 минут заходишь. Ты ни на кого. Все, я запускаю, короче, этого пидора. Поехали. Я какого ловлю? Третьего? Ты первую копию, Биг Дэм еще вторую. Раньше сразу набирайте там. Ну, заебись, ноль дамага, нахуй. Короче, от них надо отбегать. Ну, один хуй 70 стаков. Короче, значит... Сейчас смотри. Сейчас 66% хуй с ним так выживаем. Потом... Так, вот эту рарник. И за моей копией веди. Там где-то со звезды начиная. Блядь, что за хуйня? Забери копию. Дикий волк кресни. Войда. А, ты танк, нахуй, ясно. Этот, рави стрессы, Войда. Кто там, синтек? Да ты что делаете? Зачем вы... Ну ладно, я понял. Два Б раздали, да? Все, по кругу водите. Только не в разных сторонах, чтобы это... Сейчас Айновет, давай массакру, готовься. Давай, нажимай и давай бабл на себя. Чтоб тебя не откинула эта хуйня. Так, забрал копию. Из-под ебала уходить. А, ты забрал, да? Все, забирай. Да. Ребят, что-то вообще не то как тут. Не-то, не бубните там нихуя. Бейте просто. Бить можно любую из трех копий. Главное, хилы стойте так, чтобы доставали до всех трех танков. И танки тоже водите друг за другом. Он там кого-то убило. Идите вот, я ДКшников держу копию, ее побейте со спины там. Можно разную бить. ХП одинаково у них все равно. Короче, дал незыбку. Табличка это. Что-то вы странно вообще их как-то вводите, блин. Нормально. Опасно просто. Это я сначала неправильно повел.
Там, знаешь, единственное, что надо на этом боссе понимать, это то, что он бьет и рассекающим, и еще вихрь крутит, и все это перед ебалом. То есть, как надо. То есть никому, кроме танка, нельзя перед ебалом находиться. Я помню, на циркуле одна, короче, одних в одну сторону оттягивают. Это а вообще по хую, без разницы. Можно хоть как, хоть хороводом водить, хоть, блядь, стоять. Понятно. Просто вообще. Тут мы сейчас в середине, они нас окружили и начинают вихри это, запускать. Ну, маг зашел там? Куда бежать, блядь, хуй знает. Да сейчас нет, еще этого ебануть успеем. Рарник, получается, дальний трэш, а ближний сюда малефицист. О, тогда. Зашел. Дайте шкаф. Зашел в игру, да? Угу. Так, надо банку выпить. Короче, поехали. Алекстраса выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Берегитесь. Обратите их в пепел. Давай биг дэмэдж ШВ. Ты меня на это один кусок не надела. Уёво. Похуй тогда. Езжайте на ту сторону, только босса не пульте. По краю езжайте. Сейчас раскидаем пати. Так. Биг дэмэдж, будешь танчить свет. Так. Кого с вас тьму закинуть? Давай. Блять. Джесса поставил. Пускай Юми, короче. А кто из вас демон? Локи? Никого? Ну ты, короче, Юми в тьме будешь. Че, ни у кого демона нету, что ли? Пикните демона, кто-нибудь. Да похую. Это не поможет от метеора отбегать. Кто в свету танчит? Так, значит, в свету малефицист будешь. Что, сам будешь начинать? Ну, пыл, ну тебя тогда сдам. Не, я не начну нормально сам. Мне может сорваться вначале. А, хорошо. Так, значит, рарник на себя в тьме. Давай кружок, например. В тьме будете за кружком двигаться. Я буду начинать.
Значит, когда я буду бежать к боссу, ничего там не тыкайте. Встаньте вот здесь, сейчас я вам меточку дам, чтобы не было, что вы за огнем стояли где-то. Вот. А рыбка была? А хуй знает. Была вроде. Нет. У меня есть. Стоит рыба. Встаньте в квадрате, чтобы, когда появился огонь, вы не были за огнем. Вот. Хорни вуф. Вот, встаньте аккуратненько. Так, ну короче, и так же первый метеор прилетит, потом заберешь с меня. Все на пулы на воида с пула. Сейчас чек на готовность. Я буду гулять. Когда я. Когда босс уже ко мне развернется, то. Я сейчас скажу. Когда босс ко мне развернется, то что-то меня бить, тогда уже бегите там, бейте. Значит, первая, вторая во тьме остаются, третья, четвертая выходит свет. Танчит свет малефицист у вас. Хулипал, остаешься в свету с Вюпсинем. Это ДЦ и Хулипал. Вы не заходите в тьму вообще. Чилите, чисто стоите. Бисер, Синтек и Акиса во тьме. Хилите Войда и первую, вторую пати. И Вар в свету стоит, да, танчит? Okay. Да, Вар стоит. Угу. Еще раз проверка. Здорово. Так, дал тебе истерию. Метеоры перебежали на другую сторону. А, ты забрал? Я забрал. Так, вы на сен реальный. Там метки в свету черепок, во тьме крестик будет вешаться, выносите. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. С ромбика заходите, с ромбика. Заходите. Все заходите, кроме тех, кто должен оставаться. Все нормально. Давайте Геру фулл ДПС. Выноси. Кто там? Святос. Скоро будет лезвие. Смотрите на шарики. Между ними появится сейчас луч. Начинаю двигать. Двигаемся сбоку. Вот. Все. Где оно исчезнет, там в следующий раз появится. Акиса, там иногда закидывай волну. Там рейд бисер и синтек хорошо поднимают. Ну, но когда сейчас все выйдут. Так, выноси бисер. Фаза пошла. В портал заходите. Третья, четвертая пати. Все. Так, во тьме вторая группа стопните на 5 секунд. Свет вышли все, Хорневуф вышел. Ну, иди вон портал в хвосте. Все, история выноси. В свету дамажьте, там у вас 70. Во тьме полностью стопните дамаг. У вас 50% поебало, 100 чапы. Ну, стресс. Че ты сдох? Все, бейте во тьме. Свет, давайте сильнее там бейте. История выноси, метеор перебежали. Будет 50, нет. А, 50 есть, нормально. Так, Акиса выноси. Дефнер выноси.
Да возьми маленько под стоп, пожалуйста. Не-не, бейте, сейчас 50 будет нормально. 70 уже не будет. Метеор перебежали. Так, вон на Си. Кто там? Ризен. Выпси, не выноси. История выноси. Ай, наверное, выноси. Метеор перебежали. Да, ебать. Ну нет, и лут нахуй. Ну и лут, конечно. Лучше бы 3 ДДшных выпало, блин. Ой-ой-ой. Ну, блять. Чешка на танк это чисто параша, ну, для коллекции кому-то надо вообще. Да хуя таких предметов, рарника, вот тебе подарок. Трэш танчить. Так, давайте. Возле звездочки собирайтесь. Значит. Чешка у меня, которая танковская, надо кому-то. Да, вы поехали. Ну, в принципе, кому лут не надо, летите на магика, ставьте шкаф там. Занроль сразу чешку эту застренную. У нас же погибли. Ну это что, для ханта чисто, да? Кроме него же не было никого на чешку. Ну да. А какая обычка Гера? Так, Дикий Волк. Точно тебе надо или Зукли отдать? Короче, да, Дикий Волк, забери эту хуйню. Если вдруг ему сильно надо будет, там, напиши Дикому Волку Зукли, если прям будешь носить. Вторая чешка Урарника. Смотрите тоже, если ему не надо, отдай кому-нибудь. Ну и это. Ну, так, что у нас? Чешка-то. Клонение. Клонение, да. Бесполезно, понятно. Синтек надо отдать, да? Так, в гильдии мили чешка кому нужна? История, малефицист. Там, наверное, ДК, да, друиды, ну и все. История нужна, да? Ну, там, вон, все мильком практически. Да. Так, ну если по ИПГП смотреть, у истории есть, у топы. А не, мне не надо. Топе не надо. Так, история. Че, истории тогда закидывать? У вас там... Дайте немножко... мне хоть что-нибудь уже, блядь, с 25-х. Типа, я уже 8 КД хожу, вообще ничего лутаю, блядь. Кому-кого? Биг дэмэджу? Ну, конечно, типа, блядь, кроме говна, который никому не надо. Блядь, это, мне вот это, тебя считать как ДД, мейн спек, или как танк? Ну, ДД, если бы вары танчили нормально, я бы, конечно, танчил. А так, ну, вары говно, поэтому ДД буду играть. Так, ну вот смотри, у вас ЕП, в принципе, у тебя и у истории по 1250 и 0 ГП получается. У остальных там, это, в целка они что-то забирали, там немножко ГП есть по 20, 40. Да пусть ролл бросят, да и все, чего вы мучаетесь? Так, ну получается их история и малейцист, тогда давайте ролл. Съебись. Один я думал, я уже похоронил ее. Я равно, я тоже сказал, ну все, без шансов, сейчас победил, блядь. Все, летим на магика.